полковник Варгас. Начальник Ласвал. Ого, мы позвоним. Видать, все серьезно. Очень. Алехандро, нужна помощь. Слушаю. Картель Лас-Альмас хочет провести через границу иранского террориста. Ласвал, через южную границу террористы не ходят. Да, и они знают, что мы это знаем. Потому и выбрали такой маршрут. Ты должен им помешать. Кто объект? Майор Гасан Зияни. Понял. Когда? Этой ночью. Подключилась к дрону-разведчику. Наблюдаю. Алехандро, у тебя движение. Мигранты в воде. Пограничники их ловят. Это картель решил вас отвлечь, чтобы под шумок вывести Гасана. Понял. А где же ФБР? В часе отсюда. Сейчас есть только вы. Ясно. Рудольфо, мигранты нас просто отвлекают. Объект уходит от нас. Его могли перевести через реку на лодке. Давайте поищем. Давайте. Мы работаем. Алехандро, не пускай Гасана за границу. Так точно. Отбой. Пересечет границу, и мы будем бессильны. Нужно не допустить этого. Мира, полковник, там, на севере. Это их лодка. Тормози. Ух ты, Искунча. Картель торопится вывести Гасана. Мы еще можем перехватить их до границы. Понял. Стена впереди. Готовься. Картель Лас-Альмас ведет дела с Ираном? Это что-то новое. А если Гасан уйдет? Тактика изменится. Слушай, я насчитал четверых. Вижу Гасана на стене. Черт, он перешел границу. Нельзя его... Чисто! Чисто. Ласвал, объект пересек границу и уходит. Мы продолжаем погоню. Не советую, полковник. У вас тут ни полномочий, ни резервов. Знаю. Поторопи ФБР и сообщи местным копам. Отбой. Видишь его? Нет, он убежал. Идем скорее за ним. Вперед. Картель спрячет его в своем притоне, где-то в городе. Нам надо найти этот дом. Понял. У Гасана здесь больше друзей, чем у нас. Будь начеку. Пошел вон с моего двора! Ирска ты мата и гринго! Гасан шел сюда. Вперед! Там кто-то есть! Сукины дети! Сюда! Какого работает хрена ты нас, не выходите! Во дворе чисто. Идем. Дом на углу. Понял. Вижу. Открывай. Я прикрою. Осторожно, сержант. Давай к двери. Они тут дома, а мы чужие. Спецназ! Спецназ! В спальне чисто. Идем дальше. Нарываешься? Брось, да? Оружие! Хрен тебе! А ну назад, живо! Не стреляй! Не стреляй! Здесь проходили люди. Куда они пошли? Продолжим, идем. Гасан ушел. Надо спешить. Хранитель, мы на углу Флорес и Барахас. Объект идет на запад в притон. Принято. К вам едут местные копы. Понял. Отбой. Патруль картеля! Стреляй!
Все чисто. Чисто. Смотри, они пошли сюда. Ты как? Нормально. Ты? В порядке. Так, сюда. Значит, Гасан один. Ненадолго. Спецназ, спецназ, лежать! Что за хрень? Вали из моего дома! Я тебя не трону, мне нужен один тип. Черт! За ними! Здесь прошел человек, где он? Эй, стоять! Есения! Руки вверх! Эй, право. Не трогай я ее, козел! Не двигайся! Отвечай на вопрос. Его здесь нет! Он убежал в притон картеля! Который из них притон? Синий, двухэтажный, в конце слева. Улицы. Вы свое получили! Валите! Советую побыстрее свалить отсюда. Рудольфо, вперед! Так точно! Местные копы! Ласвол прислал! Оружие на землю! Живо! Делай, как он говорит! Делай, как потом разберемся! Потом пристрелю нахер! Понял? Теперь иди сюда! Руки держи над головой, чтоб я видел! Будешь рыпаться, пристрелю! Полковник Варгас, спецназ! Мы ищем известного террориста! Отставить, Гомес! Это ее ребята! Ха, а рожи точь в точь, как у картеля. Где ваш подозреваемый? Мы выстрелим. Проверь внутри. Я перекрою выходы. Вхожу. Следи, чтобы не выскочили. Полковник, первый этаж проверен. Понял. Иду на второй этаж. Сжечь все. Ты знаешь, кто я? Ты террорист, Бендехо. Я солдат. Я здесь, на войне. Нет. Пусть сгорит, как горел Гарбрани. Полковник, мне не выбраться. Ты где, Рудольфо? Слушай, Гасан ушел. Его сейчас увозят. Руди!
что-то везут по Атлантике. Там судно. На нем груз. Держись, брат! Я с тобой!